Итак, ну что ж, всем привет, с вами я снова Михаил, вы находитесь на моем игровом канале «Хардкорное прохождение с Михаилом и только». Это у нас продолжение прохождения визуальной новеллы «Fate Stay Night», вторая арка «Клинко, Бесконечный край» или «Зеркало души», два разных названия этой арки. И у нас это будет 55-й эпизод предыдущей серии. В общем, ничего такого, если этого экшена там не происходило. Сам такие мирные беседы. То Сайбер, то там Сакура и Фудженея, то с Тусакой там, то с тем же Синти. Я еще закончил с тем, что к концу где-то дня почти что, где-то вечером вот, он там решил немножко взглянуть в стрельбище подойти. Никого там, в общем-то, просто вот, и неожиданно, в общем, решил уже пойти домой. Как в общем-то, ему говорил Тос, в том числе Тосака, вернулся пораньше домой, чтобы там ничего с ним не случилось ненароком. Но жена, в общем, сталкивается там у выхода с Синди, который неожиданно все такое, в общем-то, говорит вещь, что так бессилил, в общем, что так и занимаюсь всякой ерундой, в том числе снятием заклинаний вот эти печати, что не можешь приветствовать своего друга. Насчет на то, в общем, и услышав как раз от Ширейтон, скакив назад, в общем-то, и, видимо, что-то, в общем, фраза немножко настораживает, что такое, может, он знать, когда Шира, в общем, думает, как-то догадывался, возможно, предполагал, что, может быть, Синди является мастером, потому что он видел его в тот момент, когда столкнулся с Райдером, и он думает, что как раз он может быть мастером Райдер, но, конечно, доказательств этому нету. И вот эта фраза, видимо, является таким образом доказательством, что он что-то он знает насчет магии. И что такое, в общем, мог. Такое, в общем, оказал бы явно не в шутку. Не просто так. Обычный человек явно про магию очень ничего не может знать. Он поэтому является членом семьи Мата, известной семьи магов, которая, хотя, в общем-то, и как бы лишилась, получается, магических цепей. Потому что никто из них с этого семейства не имеет никаких, в общем-то, способностей магов, как говорил Тоска. Вот, и в общем узнаем, что он имел в виду на самом деле, все-таки является ли он мастером или нет, как Широ предполагал. Заклинание говоришь? Значит, я пристально гляжу на Синти. Да, все верно. Замкнутый барьер, который ты так настойчиво уничтожаешь, лишь мера предосторожности, которую установил я. Хотя мы по приварке знаем, что в общем-то уже, что он является мастером. Но может быть такое случится, что... В общем, там в третьей арке еще кое-что будет интересно, сейчас связано с Синди и с семьей Мата, так что раскроется интересно. Ну вот такой поворот неожиданный будет. Так что еще это... Что-то как раз того же Синди, и он становится мастером. Ладно. Если ты продолжишь в том же духе, то мне боязно будет появиться в школе. Ясно. Ну и дурак же я. У меня были подозрения с тех пор, как я увидел Синди в жёстче. Но я не был готов к такой правде, и поэтому отвергал эту идею. Остынь. Незачем так напрягаться. Просто что эта зловредная тоска убралась в освоясе. Мы можем обсудить кое-что из глазу на глаз, как мужчины. Ты же знаешь, я не любитель мордобоя и самосудов. Обсудишь кое-что? Значит, ты не намерен драться? Конечно же нет. Думаю, ты не по своей воле влез эти заморочки с мастерами, верно? Со мной и та же беда. Меня вынудили стать мастером, хотя я даже не маг. У меня никогда не было желания поставлять шею в ненужных разборках. Так что я стараюсь держаться тише воды, ниже травы и ни с кем не воевать. Поэтому сражаться с тобой у меня нет никакого желания. Ясно. Тогда зачем был размещен барьер?
Если ты говоришь, что никоим образом не хочешь участвовать в этой войне, тогда да на что было устанавливать эту штуку? Ты тупой? Он для моей защиты. По школе ходит тот чистокровный маг, Тосака. Она церемониться не будет. Так как я не маг, то вынужден был подготовить для себя защиту. Барьер был поставлен лишь этой цели. И не собирался активировать его до тех пор, пока на меня не нападут. В его словах есть смысл. Я не знаю, мастер ли Синдзи, как он мог стать таковым. Но его рассказ заслуживает доверия. Раз Синдзи так говорит, мне остается поверить ему. Но прежде... Синдзи, вчера на старшеклассницу напал ты? Я должен получить ответ на этот вопрос. А ты об этом? Но тут я весь силен. Видишь ли, чтобы защититься от других слуг, мне приходится поддерживать существование своей слуги. Она самовольно нападает на людей, а я не могу ее контролировать. Я простой обычный барин и маг. Бог знает, в каком поколении подобно Тосаке. Поэтому мне трудно совладать со слугой и заставить ее мне повиноваться. Значит, то, что произошло вчера, не более, чем несчастный случай. И сделает это твоя слуга. Да, но теперь я буду осторожнее. Не хочу, чтобы нечто подобное повторилось вновь. Я лично удостоверюсь, чтобы ее единственной целью была моя защита. Клянешься, что сказанное тобой правда, Синдзи? Разумеется. Чего мне врать? Я могу держать это в тайне, однако предпочел рассказать все о тебе. У тебя ведь были подозрения на мой счет, верно? Напади ты на меня, и мне пришлось бы защищаться. Я решил раскрыть себя, не доводя все до конфронтации. Я не желаю ни с кем сражаться. Все-таки не стоит доверять каждому его слову. Однако, если Синдзи правда так считает, зато может что-нибудь да выйти. Хорошо, я верю. Если ты не останешься ничего предпринимать, то я тебя трогать не буду. Неплохой вариант, да, Синдзи? Отлично. Хоть на этот раз до тебя дошло. Но могло бы быть еще лучше. Догадываешься, о чем я еще пришел поговорить? Ну, конечно. Объединиться. Но, думаю, не стоит. Синти протягивает мне руку. Так значит, хочешь объединиться со мной, Эми? Уверен, ты не знал, но Мата — семья магов. Ну да, семья Тоска тоже магов, семья магов, так что... Мы с Тоской уже объединились, да, вчера? Так что вряд ли. Хотя наша магия выродилась еще в поколении моего отца, у нас сохранились знания. Заманчиво, не так ли? Я мог бы оказать существенную помощь такому неопытному мастеру, как ты. Ротмата маги? Тоска ничего не говорила об этом. Нет, она, скорее всего, просто исключила его из списка подозреваемых, поскольку, как и сказал Синдзи, магия их рода не иссякла еще в поколении его отца. Ну что скажешь? Если объединимся, то сможем выжить в войне Святого Грааля. Да тут даже думать нечего. Я смотрю на протянутую руку. Предложение Синдзи вполне разумно. В этом есть смысл. Но, Синдзи, а Сакура знает, что ты мастер? Похоже, действительно, дилетант в этих делах, я имею. Слушай, семье магов продаются ее секреты лишь самому старшему сыну. Остальные дети служат опасным вариантом. Обучать оставшихся пустозвонов безмысленно. Пустая трата времени. Блин, такая тормознутая баба, как она, никогда бы не смогла обучиться магии. Я единственный, кто наследовал секрет. Ясно, вот и хорошо. Сакура не должна быть вовлечена в эти дела. Я хочу, чтобы на ее лице всегда сияла улыбка. Синдзи, если ты ничего не станешь принимать против меня, то я отвечу тем же. Вариант вполне приемлемый, не находишь? Ясно, значит, ты не желаешь объединяться со мной? Незачем, если мы не будем сражаться, то в союзе нет смысла. Если речь только о защите, то тебе дорога прямиком в церковь. Она будет защищать тебя всех до окончания войны с Тавграя. Ты ведь знаешь об этом? А, опа, что бы это могло значить? Неужели ты собрался победить в этой войне?
У меня нет желания сражаться. Но каждый, кто нападет на меня, получит отпор. Кроме того, я просто-напросто не могу проигнорировать людей, которые устраивают в городе бесчинство. И я не собираюсь убивать людей, но мне нужно знать, что представляет себя 100 Грааль. А для этого мне нужно дожить до самого конца. Я поворачиваюсь спиной к Синди. Понятно. Так значит, ты будешь сражаться, смотря ни на что? Ладно, мне без разницы. Только вроде бы ты не хотел увлекать всего это дело Сакуру, верно? Такого допустить я просто не могу. Ты ведь тоже будешь молчать? А как же? Ну, как старший брат, я не могу позволить своей сестре приходить домой к парню, который собирается воевать. Раз уж ты решил сражаться, я не буду выпускать Сакуру вплоть до конца войны 100 Грааля. Согласен со мной, Эмия? Синди дело говорит. На протяжении всей войны мой дом будет смертельно опасным местом. Хорошо. Я поговорю с Сакурой. Теперь-то ты доволен, Синди? Вполне, раз что ты такой заботливый. Кстати, честно, меня пугала мысль, что ты можешь держать ее у себя как заложника. Но теперь эта проблема решена. Ну что ж, не как ты. Знаешь, что ты сделал, в общем-то, сделаешь в третьей арке. О, не знаю, что смешно, но Синди хихикает. Больше мне нечего добавить. Я домой. Иди. Ах да, ты ведь тоже сохранишь все в секрете. Я открылся тебе как старому другу. Даже представить себе не могу, что сделаю, если ты об этом кому-нибудь расскажешь. Но Махершира нас не сплетник, как ты. Притомил живой сплетник, как ты. Который, в общем, всякие слухи распространяет, уже мерзкие, той же Аяка, Мидзузурита. Наверняка он имеет в виду, что активирует барьер, если я проболтаюсь с Тоски. Конечно, говорить я никому не стану. Другое дело, если Тоска сама об этом узнает. Я обещал помогать ей всеми силами. И, соответственно, если она вычтет тебя, я не стану ей мешать. Так что, если не хочешь, чтобы тебя нашли, сиди тихо и ничего не предпринимай. И направляюсь к воротам. Здание школы залито лучами заходящего солнца. Синди безмолвно провожает меня взглядом. В прихожей только две пары обуви. Лодочки Фуджине и Луфер и Сейбер. Лодочки Луфер. Название. Обеспокоившись, я сразу же направляюсь к гостиную, даже не извещая о своем приходе. Быстрым громким шагом миную холл. Как и ожидала, Сакура в гостиной не оказывается. Более того, на кухне находится кто-то внешне похожий на Фуджинэ, да еще и занимающийся чем-то с виду похожим на готовку. О, возвращением, Широ. А чего у тебя такое удивленное лицо? Что-то стряслось? Судя по чашке, рассыпанной по столу муке, Фуджинэ пытается замесить тесто. Ну да, я немного удивлен. Так непривычно. На самом деле, я даже не помню, когда последний раз видел ее за кухонной плитой. Непривычно. Это, наверное, Сакура-чан. Она ушла домой. Кто-то из домашних позвонил, и ей пришлось вернуться. Вот как. Наверняка это был Синзи. В принципе, я бы один справился, но ему, по-видимому, хотелось разрешить наш вопрос как можно скорее. Синзи-кун? Ну ладно. В недоумении Фуджинэ склоняет голову на бок, но вскоре снова возвращается на кухню. Меня не покидает чувство тревоги. Пока еще не совсем стемнело, я... Так, сохраняемся снова пик обочным перед выбором. Остановлю Фуджинэ, пока она кого-нибудь не отравила. А что она так может сделать? Проведу Сакуру, пока не стемнело. Сообщу о своем прибытии с Сибир, пока солнце не село. Интересно. Зачем это делать? Ну, конечно, я думаю, проведать Сакуру смысла мне, кажется, нету. Все-таки они с Синзи решили, что все, Сакура будет сидеть дома. В общем-то, не пострадала в этой войне этим самым лишним генералком. Нафига мы-то возможно идти уже Сакуру проведать, непонятно. Не знаю зачем, мне кажется, это приведет лишь только плохой концовке, я точно в этом уверен. Выбор нелогичный. Становлюсь Фуджинэ, очень, может, она очень хорошее сделает. Откуда он знает? Может, просто она скрывала свои тайные таланты
кулинария, например, это только шеф-повар супер крутой, наподобие Кихиросамы из этой из этого аниме, этой там поединки, я не забыл, как название точно. Ну, интересно такое. Так, ну давай-ка. А, вообще, о самом прибытии Сибирь, пока солнце не село. Третьего это время. Пойду поболтаю с Сибирь. Не знаю, что он тебя нашло, но нужно это доверить тебе, можно? Мои глаза. Разумеется, ты только дождись моего бронзовенного Канитама. Ну, проверим давай. На своей шкуре. Я мост Сакоин, однако Канитама похож на омлет. Готовить его так же просто, вот жены должно получиться. Ну да. Посмотрим. Я только что вернулся с Эйбер. Я снимаю обувь и захожу в дадзё. С возвращением, Шира. Похоже, сегодня ничего особенного не произошло. Да и ничего интересного, только Синди знали, что Синди мастер и все. Ничего особенного. Видно, Сайбер пришлась по нраву, спокойная атмосфера дадзё, так как здесь ее можно найти чаще всего. Ну, конечно, она же мечник, а здесь можно тренироваться на мечах. Ну, конечно, на этих, на деревянных мечах, но тоже неплохо. Всегда, к примеру, Сайбер я посаживаюсь к ней, попутно рассказывая о том, чем был сегодня занят. О том, как мы с Тоской обезвредили замкнутый барьер в школе, и что завтра она ожидает от противника ответных действий. Ясно, значит, завтра будет битва с мастером? Тогда в цели сэкономии энергии сегодняшней ночью мне нужно будет хорошенько выспаться. Я не насчет этого не уверен, конечно, но выспится хорошо. Ну да. Почему узнаем сейчас скоро? Я так думаю. Я киваю в ответ. Знаю, что поступаю слишком наивно, но говорить ей о Синди я не решаюсь. Не хочу, чтобы она считала его врагом, пока я не выяснил его истинных намерений. Но, Шира, уже почти настал, разве не здесь тебе стоит находиться? А, ну там... Ну, я пришел, чтобы отчитаться перед тобой, все равно до ужина и нечем заняться. Там Фуджина я готовит. Там уже нет ничего плохого в том, чтобы немного передохнуть. Что? Так этим вечером ты не собираешься готовить ужин? Ну да, Сакура нету, то с Кисен не будет, в любом случае, Камер был первой арки, но... Фуджина это им готовит. А, ну да, что тебя настораживает. Тут жена старалась с таким упорством, что я решил ей не мешать. Стремление Тайги к кулинарии, конечно, я похвально, но... значит, ты не станешь ей помогать? Не? Да все в порядке, тут жена взрослая женщина. Приготовление пары-тройки Канитама для нее не составит труда. Не исключено, что ей даже удастся превзойти меня. В конце концов, у нее первый удар по неожиданности. Сам знаю, что мое объяснение не слишком-то убедительное. И в доказательство тому Сайбер хмурится. Хорошо, я поверю твоим словам касательно Тайги. И все же я просто хочу убедиться, я ведь могу тебе доверять. Если, по-моему, Тайга, так же, по-моему, Тэджими, по-моему, не, в общем, не так часто встречается, конечно. Я же, по-моему, в одном аниме назывался. А, Торадора, по-моему, Торадора. Там, по-моему, главный герой Некрас Тайга тоже. Так же зовут. Интересно такое. В окружающем кто нам переспрашивает Сайбер? Да, можешь мне довериться. Хорошо. Не забывай только, что данный мне клятву. Сайбер расслабляет плечи. И вот такие дела. Кто же мог предвидеть, что это приведет к самой настоящей катастрофе? Время долгожданного ужина. Три чашки, наполненные каким-то... Ой, наполненные Канитама от ужины, уже ждут на столе. Блюдо простое. Рис кладется в тарелку, а верхним слоем ложится сам Канитама. Выглядит, словно содержимое чашки, укрытое желтой прослойкой. На вид, скажем так, не очень-то аппетитно. Однако за счет того, что в чашке также присутствует рис, это лишь придает ему еще более насыщенный вкус. Как в терияки или кацу. Невкусным сделать просто невозможно, потому что рис пропитывается вкусом всех приятных ингредиентов. Единственный недостаток в том, что вкус слишком прост. Ну, такова цена легкости приготовления. Ну, приятного аппетита! Да, приятного аппетита! Итадакимас, да. Итадакимас. Приятного аппетита. Я знаю, такой-то
Приятно, в общем, мне приятно, я, в общем-то, все приятно ожидать, да? Дружно поклонившись, мы принимаем всем за пищу, ну что ж. И еда оказалась отнюдь не мягкой, как канитама, не такой мягкой. Странное ощущение, будто я начал есть главное блюдо. Невозможно. У нас чрезвычайное происшествие. Меньше чем за минуту канитама превратился в непонятно что. Никакое это не чрезвычайное происшествие. Скорее, у нее просто получилось Экономияки. Чё? Экономияки? Что? Эй, ну как такое могло произойти? Я ведь делал точности, как мне сказали. Где тебе учили это готовить? Группировки Фуджимуры? Да, я сказал, что собираюсь готовить большущий омлет, они выдали мне муку с остальными ингредиентами. Вот здесь-то и была ошибка. Хотелось бы, чтобы она это поняла. Я-то думал, что приготовление омлета такая штука, которая известна каждому с рождения. Ведь Канитама всего-навсего вариация омлета. Я ошибся, полагаю, что Фудзинэ не в силах испортить омлет. Да, именно так. Фудзинэ не способна даже его приготовить. Широ. И затем я слышу до жути пробирающий подавленный голос. Сейбер? И медленно поворачиваюсь лицом в ее сторону. Широ, признаюсь, даже я с трудом могу это есть. Ай, ничего не понимаешь, но похоже она на грани. В общем, да, завтрак, точнее, ужин был испорчен. Ужин родом из ночных кошмаров наконец-то подошел конец, и теперь наступило время для стратегического совещания с Эйбер. О том, что сегодня произошло, я ей уже рассказал. Скорее всего, завтра на нем не обойдется без боя, потому стоит подготовиться. Значит, сегодня вечером выходить мы не станем? Нет, может, тебя это не устраивает, но сегодняшний вечер лучше переждать. И не намерен безрассудно вмешиваться в бои, к тому же мы не в том положении, чтобы сражаться как должно. Как мастер, я пока не опытен, а Сибир может сразиться всего несколько раз из-за того, что я не могу передавать ей свою магическую энергию. Значит, открыто рассказать в поисках мастеров для нас просто непозволительно. Понимаю. Несомненно, у тебя для этого есть основания. Это не просто осторожность. Чтобы победить, нам действительно придется быть предельно внимательными. Но поскольку ты полон решимости бороться, нам нельзя терять время попусту. Если сегодняшний вечер мы пробудем здесь, то это время стоит использовать для тренировок. Сибир смотрит мне прямо в глаза. И даже не стоило себя утруждать. Я привлёк её в додзё именно с этой целью. Знаю, помнишь вчерашний вечер? Нам удалось потренироваться совсем немного, поскольку я вернулся слишком поздно и был уже весь никакой. Но для меня это послужило хорошим уроком. Что бы я ни сделал, мне не победить того, кого мне не одолеть. Я не смог понять такую простую истину, пока не начал тренироваться с тобой. Узнав это, я понял, что насколько важны тренировки с тобой. Я не знаю, насколько эффективны они будут, но если ты продолжишь проявлять такой же характер, я смогу продержаться в битве чуть дольше. Значит, Широ? Да, можешь тренировать меня, как только выпадет свободная минутка. Сегодня можно попрактиковаться до самого сна. Я достаю ее со стены шинай. Вечер, 8 часов. До сна осталось еще 4 часа, значит, все оставшееся время я потрачу на закалку его тела и сердца. Погоди, Сейбер! Чувствуя, как в моей жизни подвергается опасность, я немедленно пытаюсь остановить Сейбер. Потому что как только Сейбер оборачивается ко мне... В чем дело? Ты вроде хотел подготовиться перед боем, а я лишь отвечаю твоему настрою. Она, вне всяких сомнений, готова убить меня. Начнем же тренировку, Широ. В первую очередь я убью себе подобные глупости. В следующий раз ты будешь куда предусмотрительнее, чтобы подобное сегодняшнему не повторилось. Так она все еще из-за ужина слится. За что? Всем же и виновата Фуджинэ. Хоть ты и жаловался, но ведь съел это все. Оправдания тебе не помогут. К тому же, Широ, пока ты не потерял сознание, я хотел бы кое-что сказать. Это было неизбежно. Не забывай об этом впредь. Ох. Сейбер исчезает.
чтобы дать ему пендаль, да? Проклятие. Так меня теперь ожидает кара в виде 4 часов изощренных пыток. Оказывается, женская обида из-за непонравившейся еды – это по-настоящему страшно. Ай, ну елки-палки, Сейбер, невидимая жалость. Я падаю на футон. Все тело покрыто ушибами, некоторые из них, из которых более так сильны, что хочется помирить прямо здесь и сейчас. Уверен, завтра они все разом испарятся. Устала. Делаю глубокий вдох. После тренировок Сейбер я практиковался магией укрепления, поэтому устал как физически, так и ментально. Сейбер и жены спят в комнате недалеко от моей, однако сейчас меня это совсем не волнует. Как же я устал. Сейчас я просто хочу уснуть, а завтра будет завтра. Иди сюда, это тебе говорит монолит. Сон, конечно. Мое сознание дремлет. Тело тоже даже пальцем пошевелить не получается. Выходит, это все-таки сон. Темная ночь, в ушах какой-то звон. Мои ноги тоже во сне, но я спускаюсь вниз по холму. Иди сюда. Холодно. Порыв ветра подувает мое тело, а тонкие пижамы не может защитить его от холода. Такая температура не свойственна Фуюке. Если это сон, то леденящий холод уже давно должен был пробудить меня. Иди сюда. Я бреду по безлюдным улицам. Противный звук не смолкает. Но, несмотря на дрожь в теле, ноги продолжают гнать меня куда-то вдали. Ох, я пытаюсь закричать, но я понимаю, что горло замерзло. Это не сон. Это не может быть сном. Просто мое сознание находится в дреме. Мои конечности игнорируют мои команды. Ноги сами бредут куда-то, словно управляемые извне. Иди сюда. Я тебе конфетку дам. О. Ох. Кажется, пришли. Ноги начинают двигаться быстрее. Они несут меня вверх по ступеням. И теперь иди сюда, парень. Это все так стерилизовано, конечно. В аниме это там немного по-другому было. А звон в ушах превращается в голос. Нет. Звук не менялся все это время. В нем просто повторялось одно и то же, вновь и вновь. Сюда. Этим назойливым шумом был женский голос, полный магической энергии. На вершине холма уже показываются врата. На вершине просто. Там что-то есть по другую сторону. И если я их пересеку, то живым уже не вернусь. Не знаю, что происходит, но мой дремлющий разум призывает бежать отсюда. Вернись. Остановись, ты еще можешь остановиться. Проснись и вернись назад. Проснись. Не слушай тот голос. А я прихожу в себя. В голове проясняется. Ко мне возвращается рассудок. Но уже поздно. Ноги неподчиняемые моей воле проносят меня за ворота. Сейчас я способен лишь думать. Не по моей прихоти, но следуя внутреннему зову, тело входит на территорию храма. Внутренний двор объят тьмой. В центре него стоит нечто с нечеловеческим количеством магической энергии. Фигура колеблется, словно мираж. Тень, по очертаниям похожа на смерть, разгоняет тьму и... Вскоре обретает очертания ведьмы, словно ошасавший со стороны сказок. «Останови здесь, мальчик. Еще шаг, я тебя прикончу». Презрительный смешок. Похоже, мое тело управляется ей. Ноги, принесшие меня сюда, замирают по ее команде. Сознание рвется на части. Конечности отказываются двигаться с места, а напротив стоит неведомый мне враг. Она враг. Это не вызывает сомнений. Она слуга, героический дух, который лучше всех семерых слуг управляется с магией. Слуга Кастер.
Чудовищным усилием выдавливаю я, смотря на своего врага. Да, все верно, мальчик. Добро пожаловать в мое святилище. Я приветствую тебя, мастер Сейбер. Ее холодный голос замыкается надо мной. Я изо всех сил пытаюсь сдвинуться с места, но тело не слушается. Проклятие, да что, черт возьми, я делаю? Меня заманили в ловушку, и придачу я даже пальцем пошевелить не могу. И всеми силами наконцентрируюсь на своих конечностях. Точно не знаю, чем подвох, но, скорее всего, ее магия как-то сковывает меня. Если так, то я могу попытаться выдавить ее магическую энергию из своего тела. Думаешь, что сможешь освободиться? Какая прелесть. Хочешь нейтрализовать мое заклинание таким пещерным способом? Вот глупенький. Что? Дабы обрести свободу, я собираюсь силами и начинаю сканировать тело. Магическая энергия кастер. Враг внутри меня не дает свободно двигаться. Я заортачиваюсь на своем теле, держа глаза открытыми. Все нормально. В спокойном состоянии я смогу это сделать. Я занимался распознаванием потока магической энергии на каждую ночь. Нужно лишь повторить то, что я уже делал, и идентифицировать внутри себя яд кастер. Если уж не смогу нейтрализовать проклятие, то попытаюсь перенаправить его в одну из конечностей, вернув контроль над тремя остальными. А? Как же так? Магическая энергия каста не смешана с моей. Есть только один похожий на этот элемент. Маленькая точка в груди. Но ведь все мои тела функционируют неправильно. Дело не в крови, текущего мне. Если есть проблема, то она связана не с кровью, а с кровеносными сосудами. Как будто сердцу перекрыли пути. Красное пятно на моей груди должно быть дело рук кастер. Всего лишь одно слово проклятие лишило меня контроля над телом. Не может быть. Значит, проклятие владело мной во время сна? Но даже если я спала, эта магия не могла подействовать на меня с такого огромного расстояния. Магия обладает магической сопротивляемостью. Это и силы достаточно, чтобы отразить магию против гипноза, оцепенения или принуждения. Пока остаешься магом, никто не сможет с легкостью с тобой управлять. Это законы, на котором все строится. У магов остались магические цепи. Они не только вырабатывают собственную магическую энергию, но и отражают чужеродную. Потому и трудно совладать с тем, у кого есть магическая цепь. Магом управлять очень тяжело, даже если он на несколько рангов ниже. Поскольку магическая цепь отражает чужеродную магическую энергию, то чары разрушаются еще до того, как будут полностью нарушены. По этой причине шанс успеха магии типа гипноза и оцепенения очень низок. Даже если целью является не маг, магия может быть отражена на подсознательном уровне, если у цели заклинания окажется магическая цепь. Исходя из этого, мог гораздо эффективнее атаковать прямую магическую энергию, как это делает Тоска, или ранить противника обычным оружием. Этот метод требует наименьших затрат. Физическое воздействие работает на всех. Наличие магической цепи не защитит от удара ножом, и рана будет кровоточить и точно так же. Потому это и странно. Конечно, она могла бы заманить меня в свои сети, если бы находилась где-то поблизости. Если бы я встретился с Кастер раньше, и она наложила на меня проклятие принуждения, то, вероятно, смогла бы управлять мной даже на расстоянии. Но мы не встречались, и уж тем более я не получал от нее никакого проклятия. Получается, что это наша первая встреча. Не покидая храма, Кастер наслала заклинание на надаренное поместье Эми и полностью подчинила себе мое тело. В голове не перестает вертеться слово «ведьма». Если она способна управлять телом мага с расстояния в несколько километров, не значит ли это, что Кастер может управлять каждым человеком в городе, не покидая храма? Потом все это объяснится, почему она так может делать. Мой энтузиазм улетучивается. Поскольку заклинание уже завершено, я не смогу его развеять. Я бессильно что-либо сделать, пока Кастер не отпустит меня или пока я не получу помощи извне. Теперь понял. Тебя сковывает не моя магическая энергия, моя магия. Завершенное заклинание нельзя смыть магической энергией, как если бы та была и водой. Здесь взять для примера твердое и жидкое. Первое не раскрошится, если на него лить воду. Тень делает шаг в мою сторону. Улыбающаяся синяя фиолетовая раба
словно растворяется во мраке ночи. Робот, точнее. Но у всего есть исключения. Например, для меня бумаги людей — это не более чем клочок из грязи. Я их могу с легкостью смыть мощным напором воды, каким бы крепкими эти ни были. Ты понимаешь? Разница между нами колоссальна. Да, ясно. Вот почему ты притащил меня сюда. Ну да, все мастера слабы, а ты возглавляешь список. Но просто себя считает самым сильным, магом. Хотя она не является, в общем-то, мастером, она является слугой. Поэтому она считает себя сильнее всех остальных мастеров магов. Так-то она, отчасти да, но она не столько уж сильна, чтобы... Есть тут и посильнее даже. Твоя магическая сопротивляемость не выше, чем у обычного человека. Не мудрено, что у меня возникло вполне закономерное желание поговорить с тобой. Она улыбается. Она демонстрирует свое превосходство над добычей. По телу пробегает дрожь. Не ври, будто хотела поговорить со мной. Убить готова любую секунду. Вижу, у нас вновь возникло недопонимание. Успокойся, с твоей смертью от тебя перестанет поступать магическая энергия. Каждый человек в этом городе — моя собственность. Они будут и дальше продолжать жить своей жизнью, пока не передадут мне энергию, свою магическую энергию до последней капли. Ее смех эхом отзывается в моих ушах. Что? Словно изолированный кусочек в моей голове со скрежетом встает обратно в уготованное под него место. Она сейчас сказала, что вытягивает магическую энергию из городского населения? Кастер, ты увлекла в это невинных людей. Ох, так ты не знал? Мне казалось, что девочка должна была посвятить тебя в детали. Что ж, понятно. Выходит, ты и правда не знал. Улыбка Кастера становится еще шире. Вероятно, она обдумывает, как именно разделать схваченную добычу. Тогда расскажу я. Я слуга класса Кастер, имея привилегию на создание территории. У магов есть особые мастерские. То же самое касаемо и меня. На этом самом месте я воздвигла святилище для защиты от всех остальных. К счастью для слуг, здешняя земля неблагоприятна. Этим она отлично подходит мне. Кроме того, отсюда и без особого труда можно собирать магическую энергию. Я не могла не поддаться искушению. У вас, людей, так мало магической энергии, однако теперь я смогла усовершенствовать процесс сбора. Видишь ее, собранную магическую энергию, частица душ людей, сотен людей, живущих в этом городе. Значит, все эти несчастные случаи в городе? Да. Я ведь уже говорила, что это мое святилище. Так разве не обязаны смертных приносить мне жертвы? Люди странным образом пошли в кому. Мне казалось, что их было не так много, но она говорит о сотнях. Я фокусирую взгляд. Похоже, что вихрь магической энергии в этом месте собраны с более чем 1000 душ. Кастер! И всеми силами пытаются расшевелить свои конечности. Но безрезультатно. Кастер стоит все так же, невозмутимо насмехаясь от одной и всем своим видом. Что ж, на этом закончим нашу беседу. Наверняка тебе наскучило просто стоять без дела. Шепчет она мне на ухо. В тот же миг враг, который ранее был не более чем размытым пятном, полностью предстает перед моим взором. Мастер Сейбер. Я забираю твои командные заклинания. Сейбер слишком ценна, чтобы попросту исчезнуть. Используя ее, я устраню этого надоедливого берсеркера. Кастер поднимает руку. Видимо, она очень понимает, что берсеркер-то ее сильнее, что ей нужно больше слуг, чтобы победить его. Вот как раз или берсеркер мои, получается, ее как бы сильнее будут. Она, в общем, так их сильно боится. Хочет побыстрее с ним покончить, чтобы получить Святой Грааль. Видимо, он все-таки и нужен тоже. Хотя, можно предположить, наверное. Кастер поднимает руку, ее пальцы тянутся к моему запястью. Забираешь мои командные заклинания? Такое возможно вообще? Кажется, Тоска как-то упоминала, что нужно вытащить все нервы, напрямую соединенные с командными заклинаниями.
Правильно. Я отрежу руку и трансплантирую командное заклинание своему мастеру. Но командное заклинание связано с магической цепью носителя, поэтому твои командные заклинания не придется вырвать вместе с нервами. Большое ли дело? Читай это в словах Кастер. Что? Вместе с нервами? Отсечет мне руку, вытягивая нервы? Если она это сделает, я... Да, ты станешь калекой. Зато ты можешь быть спокойным, потому что я не заберу твою жизнь. Я отчаянно посылаю сигналы своим командичностям, но реакция нулевая. Руки и ноги не шевелятся, и как пленник, приговоренный к смертной казни. Ее улыбка пленяет. Сияющие пальцы медленно потянутся к моей левой руке, подобно пауку. Интерлюдия 6-1. Зеркало души. Сколько же времени ей понадобилось на сознание того, что что-то не так? Почувствовав нечто неладное, она просыпается и выходит на прихожую. Широ? Сперва ей кажется, что это ощущение может исходить от моего мастера, потому что она простирается из комнаты имя Широ. Бог мой, он до сих пор тренируется в магии? Толосая девушка Сейбер вздыхает. Такое рвение похвально, но если он совсем не будет отдыхать, отведенное ли это время, то в итоге перетомится и потеряет сознание. Когда она решается напомнить ему об этом, то внезапно понимает свою ошибку. Как только опасения подтверждаются, у нее перехватывает дыхание. Угроза исходила не из комнаты Шира. В тусклом свете луны очертания нити, что не толще ее волоса, тянутся сквозь тьму. Нить тянется в комнату Шира откуда-то извне. Она так тонка, что даже охранный барьер, окружающий дом, не среагировал на проникновение. Без сомнения, создатель этой вещи – искуснейший мастер своего дела, но нужно отдать должное и Сейбер, которой удалось заметить ее. Ни секунды не раздумывая, девушка мгновенно облачается в доспехи и убегает наружу. Она несется по безлюдным улицам. Сомнений нет. Сейбер знает, куда ей нужно. Она должна следовать за нитью, опутавшей ее мастера. Единственное, что ей остается, это бежать так, словно за ней гонится сам дьявол. Чтобы не таила в себе вражеская территория, и сколько было ловушек, за ней не скрывалось. Она поклялась защищать своего мастера. Поэтому, что бы ни случилось с ней самой, сейчас это не имеет никакого значения. Гора мерцает огромным количеством магической энергии. В черном небе, подобное воронам окружат духи мертвых. Деревья же вокруг покрыты невидимой кровью. Собранная магическая энергия и украденные души всегда останутся здесь. Эта гора проглотит любого, кто посмеет приблизиться к ней. Если и существуют места, идеально подходящие для смерти, то это место лучший тому пример. Она бежит дальше. Ее душе изначально не было сомнений. Если это место ад, она подавно должна спасти своего мастера. Цибер сбегает по каменным ступеням. Вопреки ее ожиданиям, на пути не оказывается ловушек. Перед ее глазами горные ворота. Если она оттолкнется как следует, то сможет допрыгнуть до них в одно мгновение. Но ее попытка тут же прерывается. Точнее, останавливается врагом. И кем, конечно, мы думаем догадываемся, по первой арке еще, кем она там встретилась, когда, в общем-то, была, в общем-то, вместе во время событий этой первой арки. Ну, в общем-то, что там случится дальше, все-таки Шира кто-то там спасет или нет, кто там Сивер остановит и смог ли кто-нибудь спасти Шира, в общем, от потери команды склинаний, мы узнаем уже в следующих сериях. На этом пока закончим этот эпизод по номерам, который будет 55-й, по-моему, или 56-й уже. 55-й, по-моему. Увидимся в 56-й серии прохождения визуальной новеллы Fate Stay Night. Второй арки Клинков, Бесконечный край или Зеркало души, кому как нравится. Любой перевод правильный, перевод. Или, в общем-то, называется Unlimited Blade Works. В общем-то, переводится правильный Кашкальников Бесконечный край, но здесь, в общем-то, в этом новелле перевод именно такое Зеркало души дается. Этой арки. Название, в общем-то, такое. Ну, в общем, на этом все. Если видео понравится, поставьте лайк. Также оставляйте свои комментарии, только лишь конструктивную критику без матов оскорблений. На этом все. С вами был Михаил, дорогие зрители, подписчики моего канала. Всем удачи.
До скорых встреч и всем пока. До скорых встреч.